железняза. Блин, вот я не готовился, поэтому у меня будут такие паузы. Я решил абсолютно не готовиться к этому вечеру, потому что Володя вот мне посоветовал, я принял его совет, о том, чтобы я через свои стихи познавал себя. Поэтому я это хочу делать в режиме онлайн. Поэтому я, может быть, какие-то стихи буду обсуждать с вами. Вы можете задавать вопросы, я на все с удовольствием отвечу. Не стесняйтесь это делать. И вообще все по-простому. Вот я набросал стихи, которые могут быть интересны. В 2012 году они были выпущены в аудиозаписях. Короче, поехали. Ты был уверен, что это вечность нетленная. На протяжении лет делала серыми. Манила. К ней стремились. Косых взглядов боялись. Хоть и не нравилось. Убила эмоции, предала ложные. Натуральное забыто в прошлом, но ощути, что нету этого всего. По наследству передано двойное дно. То, что останавливало всегда раньше, разрушено. Кислорода можно вдохнуть больше. Стоит лишь сделать вдох смелее. Ломай кирпичные стены из крошек, не запрещено. В себе все можно. Это стихотворение, собственно, говорит о том, блин, я вынужден пояснять свои стихи, потому что многие их не понимают, к сожалению. Поэтому человек, у меня, кстати, такой спокойный. И стараюсь донести смысл сказанных слов. Ну ладно, не буду говорить, о чем это стихотворение, потому что я уже забыл, какое стихотворение читал. Стихотворение в абсолютно таком кривом порядке буду исполнять. СМИ – единственный путь познания. Сомнительным для объективных реалий, но мы другого не знаем. Вагоны идей заготовлены. Манипуляция распасована видящим мир с другой стороны, что для нас фантазии. В головах сомнения между ложью и ложью. Надо выбирать рано или поздно. Есть альтернатива дорог, но дороги проложены. Забыто, что поперек тоже можно. Или правила влияли с самого детства. История написана такими же руками. Законы мира придуманы, как и мораль. Мы не можем объяснить поступки. Полагаемся на имидж, не проверяя. Я атом, это цифра. Земля – программа. Попробуй, докажи обратное. Расширяй сознание. Стихи о свободе, короче, у меня пошли. Они говорят, ты смеешься. Борются за права, ты заслуживаешь за ерунду. Опускают руки, бьешь. Предлагают единение, но уже готовы будущие взятки. Благодарен судьбе, что ты не они. Где насилие их жжет из окна. Ты следующий. Беги, беги, беги! Вцепись зубами в чужой бесценок. И отдай за ненадобностью свое врожденное. А не менее мысли заставит дергаться тело. Целый гомосапиенс принадлежит нервам. Целый гомосапиенс принадлежит нервам. Они не видят неба за проводами. Я забыл стихотворение, вы чё? Раз уж готов убить Бога, подумай, что будет, если окажешься слаб. Не вернуть назад тех одиноких сожалений. В зеркале уже поздно искать прощения. Ведь стал рабом, но гордо. Хотя никогда не поздно, лишь бы осознанно. Стихотворение говорит о том, что Бог, в моем понимании, конечно, освобождает, а не как-то где-то принято. Закрепощает, да, мне кажется, что закрепощает. Я думаю, что раскрепощает,
Ну и также я думаю, что Бог и религия – это не одно и то же. Это вы думаете или в живом журнале прочитаете? Хуже, когда легко, мозг сужен до молекул общественных идиом. Лучше, когда загружен поиском среди многих дорог варианты порока в разрезе идеалов моды. Среди своих все ясно, но фон времени выцвечивает коды красок. В итоге, кто здесь свой? Ведь моя тень так часто под вопросом. Ну, собственно, творение о том, что легкий путь на самом деле не самый удачный путь. Чего? Денис, я... да. Тут друзья собрались. Что? И что? Просто. Ты не буду. Я прошу, здесь критики не устраивать, пожалуйста. Я думаю, на этот вопрос не надо отвечать. Собственно, не только о свободе на стихи, есть еще и о любви. Зима 2010-2011, 3 января. Я иду с фингалом под глазом из клуба домой. Чувствую, собирает кровь мой синяк под глазом. Слышу одинокие шаги по снегу, смешанному с грязью. Слышу гудки в телефоне, не первый раз после праздника. Кисти рук через перчатки на морозе немеют. Помню ее глаза. Пока счастлив, не дождусь вдохновения. Вера двигает жизнь. Красочные моменты в голове выглядят почти неложно. Сомнений нет, убита мысль, ведь чувственно почти во сне. Жизнь есть, пока есть вера в прошлое. Обоим плохо. На одну ночь сплотились дразнить надежду, показывая большее, чем есть сейчас, чтобы дальше пройти смерть сначала. Прижаться, поймать в глазах напротив пустоту и оттолкнуться навсегда, еще увереннее, чем прежде, в пересеченных взглядах из разных концов комнаты искать любовь с безверием в мечты. Ну, стихи про любовь без комментариев, я думаю. Вы можете попробовать позакрывать глаза, когда я что-то исполняю, потому что говорят, что это помогает восприятию. Ну что же, лето 2011. Анатомия похмельного сердца дает знать нечто иное. И слабость по всему телу ноет настолько жалким, прибитым птенцом, поглощающим с поребрика взгляды. Молча вкушая истины подсевшего рядом, повышающего тон на отступлениях о великой державе и о славе народа, выделяя главное – количество залитой водки в желудок. Сопутствуя однодневному приливу сил и теории о божественном начале человека, что пахнет разложением, но воспевает Россию. Может, наша участь – саморазрушение? Оно готово платить за твое существование, не желая таять во рту. Ведь главное, когда-нибудь придут, а ты можешь откупиться. Станешь никому не нужным, пока трехметровый забор ставишь. Проплатишь за поколение вперед, но погубишь намного больше народа. За личную свободу к концу годам. Существо ужинает существом,
Не под Джону Локу. Не под Джону Локу. Денис, позвольте вопрос? Да, да, слушаем тебя. Вы действительно верите в то, что вы можете стихами, словом влиять на вас окружающий мир? Ну, конечно. Спасибо. Ну, наверное, это делается посредством людей, да, которые слушают. Нет, я не знаю. Людей, я говорю про вас. Вы имеете в виду мой субъективный мир? Мир, окружающий вас, сказал я. Ну, его составляют люди. На людей я могу влиять, соответственно. Значит, так, да? Через посредство слушателей, да? Это может быть черта скорее публицистики. Вот публицист он пишет там банду Путина под суд. Вот там все идут судить банду Путина. А поэзия, мне кажется, это нечто другое. Да, это не. А ты приготовил бизнес-план? Посчитал стоимость своей минуты времени. И чё? Умнее стал? Ну, я ничего против не имею бизнес-плана, просто приоритеты должны быть расставлены, на мой взгляд. И ум, и информация, конечно, не одно и то же. Ну, в бизнес-плане присутствует информация. Простите, пожалуйста. Зачастую отсутствует ум, да, я слушаю. Как именно, в какую сторону вы хотите изменить сознание людей, которые вас слушают? Я хочу... Хороший вопрос. Да, я хочу, чтобы люди думали сами и не слушали меня. В том числе меня, ну, также вообще никого не слушали, а думали сами. Ну, это вполне разумно, мне кажется, чтобы не слушали средства массовой информации. Ну да, слушали, конечно, но фильтровали то, что они слышат. То есть я правильно вас понял, что вы призываете к самостоятельному мышлению в своем случае? Да. Все. Да, даже, может быть, я не прав. Давайте вы послушаете этот вопрос. Нет. Не, задаем вопросы, все нормально. Да, самостоятельному именно. И не только мышлению, а и без. Ну, к бессознанию. Ну, к незажатию бессознательных действий. Спасибо. Про любовь. Смог разглядеть только спину сквозь эхо ударов сердца. Под причиной гнил подкинутый повод в такт шагам по лестнице. Память скрипела продолжительностью во весь вечер. Подбиваемо смс-ками прошлых неудавшихся встреч. Серьезно, я осознаю себя через свои стихи. Если я не могу вспомнить стихотворение, то разве не это обозначает то, что оно плохое? Неправда. Нет, не правда. Для меня, разумеется, для меня в данный момент времени. На склоне эпох углядели тона, что сейчас видит каждый смотрящий со дна глубин. И уплывают мнимы на перепутьях без дела стоящие. Ничего не стоят, но мешают навязчивыми мыслями об упокое, вне объема тех древних построек, отражающих сейчас прослойку рас, за пределами времени и стресса, отдаление вечной процессии мечт и дальних поколений речи, приближая встречу с зеркалом. Как раз. Спрашивал молодой человек. С зеркалом. Окончательная встреча происходит с зеркалом, на мой взгляд, а не с кем-то другим. Блин, я, наверное, непонятно объясняю суть. Нет, ну, не отражаешься в зеркале, значит, последний. Спрашивайте. Про любовь. Чувство бесполезности всего до покоя.
раскроет эмоции в ничтожность пылинок, устроит панику души, но разрешимо. Даже если скроет из вшивых клочков любовь, рано или поздно накроет. Согреет потери чувства реальности, но буквально непосчитанные минуты. Есть только сейчас, и движ замирает вокруг, отдельной сушей планеты в невесомом тумане. Ты пропитан вселенной насквозь, без грани красоты, и уверен, что это выше всех желаний. Ведь это и есть ты, пропитавший пространство перед глазами, слегка уловимыми духами коллапса, с глупой, но искренней улыбкой, медленно прикасаясь, не веришь проникновению насквозь, с коликами и мгновениями приятных ощущений нервных окончаний пальцев. Хочется остаться, как в игре, где нечего стесняться, и можно, развивая мнение, пытаться догадаться о главном. Именно это стоит стремление через черное к белому снова и снова, к часу, к суткам, через годы, что в роли сравнения. Ты поймешь, что это и есть любовь к миру, и достанет плевать на все остальное. Мигом упадешь на колени и скажешь, что вся жизнь этого стоит. Стоит повторений этого. Ведь это и есть все. Это есть ты. Звон сочится в склон пространства. Кажется, мне что-то говорят, но стены веками только питают. Веки всего дома давно спят. В голове процесс воспроизводства слов своих обесстрашивает простором одиночества. Черпят крах. После качественнейших протяженных раскачек жизни ей стало как дочь потерянная. Перед глазами фото, на шее цепочка. Смысл настоящего пуст на фоне прошлого. К середине ночи ловлю мысль, что не ловлю себя на мысли о сумасшествии. Уже это опасный признак. Где граница в себе себя с собой наверх? Грация штриха, и я паник. Искать в масштабах мира. В паранормальных силах, в стиле отсутствия стилей. В стиле отсутствия стилей. Когда отовсюду гон, что я информация, числа, всем известно где, кто, с кем, чем обусловлен искатель при стольких помехах. Послать бы их. Но там расширятель сознания, и, блин, времени нет того, на созидателя родного. Я помню ту свободу одиноким стоном в бессловесном споре. Кроме времени, спор со всеми мной, что обретал в себе чужого, но своего себе, себя, собой наверх. Пространство ветра. О, а вот это стихотворение я написал 4 марта 2012 года. Мы тогда выбирали президента Российской Федерации. Выбрали. Как же это было? Вы на выборы не ходили, писали, да? Ходил. Для меня, кстати, вот тот вот день, там еще солнышко выглянуло, был вообще как праздник, серьезно. Я не думал, что выборы могут так осчастливить человека. Я не знаю почему. Я вот написал это стихотворение, оно такое плохое, вообще не верю ни во что, да, то, что мы делаем. Но тем не менее, тот день мне казался праздником, я пришел на выборы, отдал свой голос. Пройти как, где ставка высока. Нет слова злоба, там она все облегает. Красоты нет, особо выжженный изнутри.
Тропинка в подземелье с детства проложена кругам огня. Опять в экранах телевизора гражданская позиция. Моя, твоя, наша. Чем больше узнаешь, тем больше ложь в политике. Шалаш души горит. Нароемся в спектаклях, что нам говорят. Голосуем против президента сегодня. Тогда просто было популярное движение голосования против президента. Поэтому когда идет голосование, президента нет. Поэтому голосовать против президента — это нонсенс с точки зрения смысла. Ну, это инфо. Ну, мы понимаем, о чем мы говорим, да? Мы понимали хах, а не о президенте. Ну, давайте у нас встреча с автором Денисом Дензе, его мнение мы слушаем сейчас. А можно с ним вступать? Нет, нельзя. Давайте форме вопроса поставить. Вопрос задал, ответ получил. Все, не надо привлекаться. Можно вопрос? Давай я слушаю. Вы много читаете? Чего? Книги. Я их слушаю, я предпочитаю аудиокниги. Вырос я на рэпе, моя любимая группа Многоточие. Я это говорю, потому что, блин, они, эта группа, да, заменила мне в свое время книги. То есть я до 11 класса я вообще не читал абсолютно. Я пил. В 11 классе получилось так, что мне нужно было сдавать литературу. За полгода я прочитал такой вот том кратких содержаний, сдал литературу очень уверенно. Сколько тебе сейчас лет? Отлично. Какое это отношение имеет вообще? Ну, когда бросил пить, чтобы вычислить. 18 лет. Не, мне 19. А, уже 19. Хорошо. Не так давно все это было относительно. Ну вот, я сбился. Короче, я считаю, на самом деле, что возраст не имеет никакого отношения. И вообще спрашивать людей о возрасте, я даже забыл вообще, как это спрашивать людей о возрасте, потому что это незачем. Абсолютно. Вы должны быть в армии. Я учу. В это время. Ну вот. Меня сбили. Короче, понятно. Пусть она даст мне знак. Хоть как-нибудь знать, что все птицы вернутся к высотам полетов. Уснут, больше не проснутся. Ни за что. Там лучшее, что можно воображать. Конструировать самим окружение. Верить нереальному возможности воображения. Сквозь тревогу. Путь к свержению гранитных стен через несоздание. Лишь в бессознании мы там. Но по следам того, что тут. Мне врут сейчас, играют. А я себе внушаю, что не глуп и выдуманное реально. Стихотворение о том... Видимо, эта тема кому-то знакома, да? То, что любовь может выдумываться. Не оправдавшие ожидания должны тебе не были. Дерьмово не стало, стало нормально после отличного. Поблагодари же за прошлое, что, как ты говорил, всего стоило, чем по принципу дальше больше жаловаться на себя потерявших. Уважение одеждой, любовь словами, счастье улыбками, делами смерть. В моей правде моя сила, в ее правде моя слабость. В моей лжи где-то глупость, в ее лжи мое счастье.
стружку. Едкость, которая никому не нужна. Слова, что многих душат, сублимируются видением снаружи. Очередной ступени темноты. Взгляд из-за пределов кожи освещает горизонты комнаты. Но кому-то одному заменяет душу. Момент написания. Блин, я потерял все стихи. Просто не по порядку читаем, поэтому мне приходится вычеркивать. Убеждения распяты. Они привязаны баблом к крестам ради процента. Весткость аргументов лишь под напором рекламы и стадным инстинктом. Видимость процесса где-то за досягаемостью стриптиза, чуть дальше понимание единства крайностей. Просят подавать мысли под тем, что уже нравится. Типа, поощряйте, что не нужно, а мы вас будем слушать. Так шлепать шлюх по жопе и качать башкой. Такая ассоциация с клубами. Начало жизни – половину второго. После сна – отстраиваться с нового места, в новом времени, в других мыслях. Старое вдруг стало неинтересно. Ни в одном из исторических процессов общества. Это только пыль. Они стали никем, впившись в мобильные. Сделали смыслом изобилие еды, но их нету. Есть только я. Воображение венчает вера в окружение материальным миром. Главное – осознавать в себе, строя антиидеалы. В зеркалах лишь видеть понимание. Выставлять логично хаос в голове. Пока сомнений нет. Но ведь они слабее веры, что не зря связь потеряна. И нечего терять среди вечного сна. И нету зла под этим светом, только чувство тела и тоска. Я могу все, но что мне надо? Ее взгляд на фоне заката. Я думаю, это хорошая концовка. Спасибо, что послушали меня. Все эти стихи... можно найти в интернете на моем сайте, который сегодня вечером будет обновлен. Сайт называется denzapoetry.ru, там эти стихи в аудиоформате. Ну и много нового ожидается в 2013 году. Много интересного. Спасибо. Спасибо.